Всем привет! И сегодня мы будем готовить настоящую итальянскую пасту карбонара. Нам нужен только желток, поэтому отделяем желток от белка. Все. У нас один желток. Перекладываем его. Один есть. Хорошо, молодец. Важно, что мы не добавляем в наш соус сливки, оливки, сметану и прочие ингредиенты. Для соуса достаточно желтков, пармезана, перца и соли. На слегка разогретую сковородку кладем бекон. Выкладывай. Молодец. Пока взбиваем наш соус и добавляем сыр. Ты сыр любишь? Угу. Да взбивай, взбивай. Взбивай, 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 взбивай. Добавляем соль. И добавляем перец. Поджаривается? Угу. О, красота. Перевернули бекончик. И кладем нашу пасту. На этом этапе в соус можно добавить несколько ложек воды, в которой варится паста. Или добавить тертый пармезан. Мы выбрали второй вариант и добавим еще тертый сыр. Панчетта перфекто. Панчетта перфекто. Сейчас добавим нашу пасту, нашей панчетте. Перемешиваем пасту с панчетто. Если вы хотите получить пасту карбонара, а не яичницу, не стоит выливать соус в сковороду. Добавляем пасту с беконом в холодный соус. Добавляй. Что скажешь? Перфекто? Перфекто. Всем пока. Получилось?